Всем привет, ребят! Специально пишу видос для тех, кто сидит вечно в танке, где-то втыкает и не смотрит стримы, не знаю вообще, где находится. Сегодня мы уже наконец-то разыграли Некроса. Хотите посмотреть розыгрыш, там полный трэш, можете посмотреть стрим. Специально для вас записал отдельно видос. Выиграл парень, 16 лет, 9 класс, выпускник, все дела, красавчик, делал репосты, все условия соблюдал. Ну и мы, соответственно, соблюдаем свои обязанности и забираем ему самые топовые плюшки. Возможно, здесь огнекрыл будет 25 мешков. Это все с рынка, сейчас мы это все откроем, побежим в акции. Самое главное, это вот это вот, то, что обещали. У него есть профессор Ибит даже, и где ты, блин, и Некрос. Все, мест нету на складе. Аккаунт бездонатный был, мы ему потеряли девственность, как обычно. Забираем все плюшки. Шапка у него уже появилась. Так, вторая шапка. Почти Минотавр. Почти. Есть. Так, что у нас сегодня есть? Акции на трату, счастливое число, Forbes, возвраты. Короче, кучу всего. Аккаунт у него молоденький. Так, где бы его алтарь найти? Так, смотрим. Стрелок, хранитель. Ну, в общем, здесь тыква с берсом. Здесь полная печаль, судя по всему. Седна. Короче, будем ролить героев. Однозначно надо ролить героев. Идем изначально, сейчас заберем акции, чтобы уже потом к ним не возвращаться. Так, Forbes. Я надеюсь, он там сам уже потыкает в число. У нас есть разбей яйца. попыток. Может, отсюда еще вольта достанем. Но это, конечно, редкость будет. Но я не против. Самов. Хранитель, отлично. Повторочка. Самики. Супер. Так. Я надеюсь, он на этом аккаунте играть будет. А не так, как многие мудаки специальные аккаунты потом перепродают. Еще один хранитель. Два героя уже упало. Это уже результат. Укротитель, думаю, тоже ему нужен. Обычное яйцо. Ну давай. Вольта. Я это не посмотрел. У него, по-моему, ворожея нету. Сейчас надо будет пересмотреть героев еще раз. Самое главное, у него уже есть один из донатных героев. Так, исцеление.
Ну, что-то упадет нам или нет? Или опять наебалово? Походу наебалово. Ворожей, отлично. Отлично просто. Так. Заебись. Ворожея. Ворожея не вижу. Жалко, шапка не с восьмым воодушевлением. Вроде с восьмым, с пятым хотя бы. Так. Получить. Я понял. С местами у нас печаль. Идем терять девственность его складу. Что делать? Места нам надо будет очень много. Так, ну думаю, пока нам, давайте 160 хватит. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Сейчас. Можете пока чатик почитать со стрима. Оба, делаем ход конем. Поздравляю, у него появился еще один нужный герой. Так, забрать, забрать. Получить все. Заебись. Ну, как обычно, у нас это все вылетает. Поэтому придется перезайти. Так. Есть. Поздравляю еще с Минотавром. У тебя даже есть 8 осколков на Миноса. Так, где там наши? Так, почтовый ящик получить. Все, прикиньте, сейчас Минотавр не пришел. Минотавр есть у нас. Он сразу должен сюда упасть. Минотавр готов. Открываем сразу же Некроса, Рибита и Ворожея. Так, поехали. Огнекрыл. По 10 открываем. 35. 18. И 9. Смотрим, что у нас в итоге получилось. С 21 пачки 62 осколка. Угу. Будет копить. Так, окей. Поехали дальше. Так, 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 так. Топовые сундучки. Открыть 10. Два сета пятого воодушевления. Ну, поздравляю. Это реально хороший бонус. Плюс еще и кристаллы. Плюс у нас есть теперь руны на прокачку. Отлично. Поехали дальше.
Поехали дальше. Что у него вообще по подземках делается? Жизнь, боль. Окей. Так. Понятно, все по талантам. Поехали, добьем еще яйца. Может, что-то еще упадет. Да, 2/5 сета воодушевления. Так, все, с этим закончили. Ну, поехали, роли героев. Времени у нас не так уж и много. Сейчас мы, ребята, нарылим. Ролим на 100к. По-пацански ролим. Сливаем все на синих и зеленых героев. Так, череп, отлично. Ниндзя, супер. Не буду я даже 150 бить. Профессор Рибит, повторка. Нахрен не нужен. Дракос, нахрен не нужен. Кенди, Дед Мороз, Королева Гарпий, Гаргул. Пошла жара. Хранитель снова Зила, тыква. Вот это пиздец. Вот это пиздец, ребята. Вот это называется, батька ролит, это включили читы. Вот это, блядь, просто, блядь, огонь, нахуй, блядь. Я даже не знаю, ну, чувака просто аккаунт уже просто... Минотавр, Шапка, Фрея, Повелитель Бури, Некрос. Рад за пацана. Поехали дальше. Влад Дракула, Триант. Рину, отлично. Заклинательница. Снова Зила. Нужен Анубис. Анубиса, по-моему, у него нет. Кенди. Суккуб. Отлично. Как хорошо иметь админскую панельку. Сердцеедка. Так, нам нужен Анубис, ведьма. Рыцарь тьмы. Фрэнки. Я надеюсь, ты будешь нормальным чуваком, и ты будешь тащить этот аккаунт. И ты его не забросишь, потому что тут у тебя уже просто... То, чего нету у половины сервера, блядь, и то, чего все хотят. Это вторая Фрея уже. Вторая. Купидон, Варлок, Лео, Фараон. Ворожей, отлично, повторочка. Фараон еще один. Так, где, блядь, Анубис? Медуза. Профессор Рибит, Рино. Это оно, ребята. Ронин, Купидон, Душегуб, Малышник. Череп еще один. Так, Бульдозер. Очень нужный нам герой. Рыцарь, Призрачный всадник. Укротитель. Ведьма, повторка. Гаргул, отлично. Одержимый. И я.
Ворожай, душегуб, отлично. Давай, блядь. Я чё, блядь, так просто жму по 450. Химера. Купидончик, рыцарь, тыква. Ебош, блядь. Капитан Дрейк. Тыква. Хранитель Гаргул, это хорошо все. Атлантик Ор, ёб твою мать, самый нужный герой. И, блядь, Анубис долбанный. Купидон. Валентина. Отлично. Идем, пооткрываем всех героев недостающих. Сейчас придется в алтарь забежать. Так, Валька у него есть. Арасидна. Еще одна Валька. Фрэнки, Гаргул. Так, плюс-минус приблизительно одержимый. Надо глянуть, есть или нету. Одера не вижу. Дрейка тоже не видел. Так. Смотрим. Так, Купидоны, Ара. Не надо, Дед Мороз. Ладно, открою одного деда. Не помню, есть он, нету. Пусть будет. Так, Триант, Варлок. Варлок, Триант. Череп, Дрейк. Череп. Черепа не вижу. Да, дед у него есть. Потом он сольет это повторку. Варлок есть. Триант есть. Череп. Бля, сложно, конечно, в чужом алтарируется. Неудобно, я привык к своим героям. Черепа нету, Дрейка нету. Поехали. Есть. Следующий Дрейк. Есть. Шапка у него открыта, это есть, есть, есть. Леди Лео есть, одержимое, не знаю, есть, нету. Открываем, похрен. Так, малышник, открываем. Ворожей, открываем. Окей. Так, 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 Карину открываем. Сколько недостающих героев? Просто жесть. И все офигенные. Бигфута, конечно, хотелось бы. И Анубиса не хватает. Отлично. Так. Так, 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 так. Идем. У нас есть коробочки. Сейчас посмотрим, что у нас в коробочек упадет. Бастион. Сразу же летит на Фрею. Кто-то с пятеркой есть вообще? Смертельный удар. Блин, смертельный удар.
вообще беспонтовый. Ожог. Так, по ожогу. Так, ожог, 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 ожог. Поехали дальше. Ярость. Пофиг. Так, нам надо какую-то БВшку на этого, на Минотавра. Потому что нам надо Минотавра прокачать будет. Так. Ну, это, конечно, все фигня. Так, где наш Минотавр? 2, 3, 1, 8. Меняем. Приговор. Так, дальше херня. Стойкость идет на стрелка. Так, в первую очередь сюда ставим. Отлично, каменка. Так, по каменке у нас идет сразу ворожей. Так, ракушка. Беспонтовая она. Так, это мы два ворожей открыли. Так, ладно. Ставим сюда. Разбросик. Так, разбросик, разбросик. Будет получше, чем с его. Фух, ложный выпад. Так. Блин. Ну давай, блядь, какой-то бывает, что-то такое интересное.
Так, пока так поставим. Так, дальше. Бля, тут ремок, конечно, надо дохренища. И бавашку. Ну, не словим, будешь ждать удачу. Уже сам. Так, херня. Блять, ну дай. Дай какой-то, блядь, нормальный талант. Четыре, восемь, это все нахрен не надо. Делаем так, потому что надо будет в первую очередь качать Минотавра. Так, отлично. Отлично. Заменить. Все, надо будет Минотавра ему ставить. И прокачивать Минотавра. Так. Блять, 13к. Ну дай что-то нормальное. Не хочу даже это все ставить дичь. Если ставить, то ставить уже что-то нормальное. Так, воскрешение. Где там его дерево еще одно? В принципе, седное есть. Блять. Ладно, пусть будет пока так хотя бы. Сучка крашеная. Так, Минотавр автоматом делаем десятку. Он ему нужен будет дальше. Дальше тыква. Тыква, это у него основная. Тоже будет сразу же автоматом десятка. Даже не буду заморачиваться. Купидон. Десятка. Десятка. Все буфера должны быть в первую очередь прокачаны. Отлично. Дальше. Минотавра прокачали. Дальше будет у нас следующим уже ворожай качаться. Ну, это он уже сам будет его дальше докачивать. Семерку хватает, отлично. Сейчас вот это посливаем. И все. Так, ну над этим тоже заморачиваться не буду.
А вы так у себя никогда не делаете. Сливайте на кавяшки. Все, в принципе, ребят, все. Честно говоря, устал. Много объяснять даже не буду, почему то поставил, почему так поставил. Поставил, потому что так ему надо будет для дальнейшей прокачки. Возможно, мы еще когда-то вернемся на этот аккаунт, посмотрим на изменения. Аккаунт потерял девственность, и потерял девственность очень неплохо. Сразу мы его обрюхатили, не знаю, сколько тут героев. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, где-то 12-13 героев новых есть. Этого хватит с головой, чтобы дальше прокачаться. Если вы хотите в дальнейшем видеть подобного рода акции, обязательно ставьте лайк, пишите коммент. Пожелайте удачи пацану. И все, и ложитесь спать. Все, всем пока. Нихуя, ребят, не пока завтыкал. Завтыкал забрать базар на трату. Забрали базар на трату. Смена сразу же ожог. Вот этот ожог уже следующий пойдет на Ронина, которого он сейчас качать не будет. Но, возможно, в дальнейшем он ему пригодится, не знаю. Но вот так вот заебок. Читы рулят. Заменить. Смена. Коробочка. Ебать, вот это кайф. Сука, ну все, у него даже есть бог войны на смену на Минотавра. Есть, ребят, вот это кайф. Вот это уже все, это уже окончательно. Мы покидаем нахер этот аккаунт и ждем следующий конкурс. И я надеюсь, будет повеселее и поярче. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, но это полный пиздец, и он сегодня у нас случился. Все, всем пока.